В ефірі актуальне інтерв'ю. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. Гостя нашої студії сьогодні – Венера Шевченко. Вона експертка із медичних питань об'єднання «Даун-синдром». Доброго вечора, наші гості. 21 березня у світі відзначають День людей з синдромом Дауна. Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, що це за день, навіщо він, що відбувається у цей день. 21 марта – это Всемирный день человека с синдромом Дауна. И почему именно этот день? Потому что в 21-й паре хромосом у таких людей лишняя или, говорят, дополнительная хромосома, то есть не две, а три хромосомы. 21 – три хромосомы. Поэтому он во всем мире отмечается как информационная кампания, чтобы повышать осведомленность общества о людях с синдромом Дауна. И как они живут, и какие у них проблемы тоже, да, в общем-то, это входит. Да, я часто, когда участвую в таких мероприятиях, это все делается, конечно, как праздник, как с позитивными эмоциями, отношением к таким людям. Единственное, что я предупреждаю, не поздравляйте меня с таким праздником. Это не весело, естественно. Поэтому, конечно, да, мы рады рождению ребенка, но ни один родитель не заказывал себе рождение ребенка с синдромом Дауна. Поэтому это больше день, который ассоциируется, наверное, как праздник, как победа над своими страхами, над какими-то там своими мифами. Когда родители, ну, вспоминают, как они достойно прошли этап принятия диагноза, когда у них расширились знания и понимание возможностей этих детей. Вот. Поэтому как бы этот день, да, это больше такой посыл в общество о том, что люди с синдромом Дауна могут жить обычной жизнью, но им нужна поддержка. Угу. Вы знаете, я вот на выходных видела очень много видеоматериалов, там, каких-то печатных материалов о жизни особенных детей и их родителей тоже. Мы с вами встречались год назад в этой студии, и мне показалось, что вот больше информации стало на эту тему вот за этот год. Возможно, мне показалось. Опровергните или подтвердите, вот как вы видите, что-то меняется к лучшему? Конечно. Если моей дочери 17 лет, ну, наверное, года первых два я находилась, конечно, в такой непринятии этой ситуации. Поэтому, конечно же, я активно занимаюсь общественной деятельностью последние 15 лет. Что я вижу, это то, что, например, поколение людей с синдромом Дауна, которые относятся к молодежи, то есть 20 лет и старше, чаще не ходили ни в детский сад, ни в школу. Родители, многие боялись, закрывались или, может быть, не принимали. Когда моя дочь пошла в детский сад, то уже как бы мы пробивали инклюзивную форму образования, то есть на поколение именно моей дочери, родители. Вот, поэтому сейчас уже для тех, которых уже дети 3-5 лет, совершенно нету проблем, чтобы их ребенок пошел в детский сад обычный. Угу. То есть не специализированный, поэтому есть возможность инклюзировать, включать ребенка буквально с первых лет жизни. Это процесс сложный или нужно его нужно добиваться? Уже все, уже, слава богу, знаете, сначала закон написан, но для того, чтобы пришло принятие, понимание, нужно понимать страхи воспитателей, учителей, тоже нужно понимать, если они раньше с этим не сталкивались, поэтому, в принципе, в последнее время таких проблем нет. А главное, очень дружественно общаться с воспитателями и учителями. Угу. Как воспитывать солнечных детей? Есть ли какие-то особенности, которые вот вы сейчас можете озвучить, возможно, для людей, которые еще не глубоко погружены в эту тему? Ну, действительно, сейчас, если ребенок рождается, пропускается диагноз синдром Дауна, и впервые родители узнают сразу после рождения, это где-то 15% случаев из всех выявленных. Еще 10% это те, которые выявляются очень поздно, во время беременности, когда уже ее прервать невозможно. То есть это статистика во всем мире, плюс-минус в разных странах, плюс-минус там 5-10%. То есть заголи 25%, 20%. Синдром Дауна выявляется уже по факту, когда ты уже его ожидаешь, угу, или уже родил.
И 70-80% это те случаи, когда выявляется рано, и у родителей есть еще возможность подумать, прервать данную беременность или все-таки вынашивать и воспитывать такого ребенка. Но если, например, есть исследование в Великобритании, там, где показано, что сейчас увеличился возраст родителей на момент рождения детей. Старшие родители становятся? Конечно. Да? Ну, наверное, лет на 10 точно. Если раньше было принято 20-25 лет уже иметь детей, то сейчас все это откладывается на 30-35 лет. Возраст папы увеличился, это тоже фактор, повышающий риск рождения детей с синдромом Дауна, не только возраст матери. Поэтому сейчас было в 2015 году проведено исследование, там, где показалось, что случаев зачатия с синдромом Дауна увеличилось. В связи взрослением родителей. Но улучшилась и диагностика. Больше стали прерывать беременность, но по исходу, сколько родилось детей, столько и родилось. Сколько было 15 лет назад, столько и родилось, там не с большими различиями. Поэтому, конечно, медицина идет вперед, но боги, врачи не боги. Они не могут 100% гарантировать, что они проведут обследование, потому что даже в самых развитых странах с высокоразвитой медициной есть вот эти проценты пропуска. И, конечно же, сейчас, когда родители, допустим, ждут еще этап беременности, поздние сроки, им сообщают, что у ребенка подозревают или уже подтвержден синдром Дауна. Конечно, они просто живут в интернете сейчас. И им намного легче. Потому что очень много позитивной информации, там, где уже люди не просто идут в школу, что они, оказывается, узнают своих родителей, что это не растение. Это вообще, конечно, я так думаю, это уже никто так не думает. То, что они идут в школу, приобретают профессию, они создают пары. И то, что вот примеры, которые есть в Европе, в Америке, и сейчас уже появляются по Украине, это квартиры с поддерживающим, обучающие тренировочные квартиры, учебные центры по приобретению профессии. То есть ну, по Украине уже есть много примеров, а не так, как мы раньше смотрели, как за границей, и как вот хотелось бы, чтобы у нас такое было. Это все очень дорого, наверное. Или государство все-таки помогает? Где-то это частично начинается, ну, знаете как, имея такой опыт как бы работы общественной, иногда тоже в начале, кто начинает заниматься общественной деятельностью, есть иллюзия, что вот придет добрый дяденька, да, и как бы это поможет. То есть со временем идет понимание того, что если ты хочешь поддержку, ты должен сам показать, что ты в этой теме, что ты что-то сам сделал, что ты объединился с другими родителями, а такое поднимает, один родитель не может сделать. Это только путем того, что мы между собой знакомимся, мы быстрее друг друга обучаем, как лучше воспитывать. У нас родители начинают с семьями дружить, путешествовать, создавать бизнес. То есть, ну, поэтому, в принципе, вот должна быть команда родителей, активистов, которые создадут сначала структуру, а потом ее преподнесут, что вот нам надо ее развить, но мы уже помаленьку работаем. То есть отработанная какая-то вот система, и тогда уже идти за помощью городским властям, которые поймут, что это не просто как бы дайте помещение, да, или дайте денег, там, купите аппарат, а что это действительно будет долгосрочная такая вот поддержка, и то, что это меняет систему. Не помощь одному-двоим ребенку, не только моему ребенку, а что это в городе будет менять систему и подход. Поэтому детские сады, школы по всей Украине, это проблем нету. У нас сейчас проблема с профобучением. Приобретение профессии. Да. Ну вот мы говорили с вами перед эфиром, вот буквально вчера была информация о том, что в Киеве открылась первое, якобы первое кафе, где персонал, вот такие молодые люди с синдромом, полностью весь персонал, их обучали, готовили, и вот сложилось. Естественно, там инициатор одна из мам, да, такого ребенка. Ну вот все очень позитивно.
рассказывали, да, что это заработало. Это не единственный пример, будет, да. Да, это не единственный пример, поэтому то, что проводят мастер-классы там, в разных крупных супермаркетах, поэтому очень много примеров. Единственное, что это пока такие вот у нас точечные, но если обратиться вообще-то, вот как вот детские сады, школы, чтобы ну, не стучать в каждую дверь, а чтобы каждый человек, в том числе и человек с синдромом Дауна, имеет право на получение профессии, он имеет право на работу, если он может это делать. Потому что только из-за синдрома Дауна там просто люди боятся, и работодателей здесь нельзя винить, потому что у них тоже нет опыта. И вся проблема у нас в том, что у нас профучилище. У нас два профучилища, которые предлагают людям с синдромом, вообще людям с интеллектуальной недостаточностью, которые имеют по диагнозу называется разумовая отсталость легка и полмерна. Вот если она полмерна, то там есть ограничения по приобретению профессии, выдаче документации, но они очень могут быть хорошими помощниками, помощниками повара, помощниками садовника, официантами. То есть очень много профессий, которые очень такие рутинные, но полезные, на которых работают и люди с типичным развитием. Да, которых сегодня, вот, кстати, и не хватает. Да. Да. Была такая информация о молодом человеке, который первый якобы в Украине получил высшее образование. Парень с синдромом, он закончил вуз, не буду говорить, какой, не знаю точно, и работает сейчас по специальности приобретенной. Работает гидом в каком-то из музеев киевских. Да. То есть получение высшего, вы говорите о профобразовании только, а высшее образование тоже возможно. Это зависит от чего? От степени, да? Да. У нас, например, статистика, что из 10 рожденных детей с синдромом Дауна один будет иметь интеллект норма. Из 10, один из 10. То есть 10%. Поэтому тут главное, чтобы повезло, что это родился у родителей, которые его не оставят в детдоме, не откажутся. Да. Те родители, которые будут везде его развивать с первого года жизни, и человек имеет хорошую речь, мышление, память, и вполне, ну как, ну за рубежом это и актеры, и журналисты, и преподаватели, тоже все это есть. Просто у нас система образования, она немножко как бы отстает. Если инклюзия, она была в Европе, в Америке еще 20-30 лет назад, вот мы на эти, наверное, 20-30 лет и опаздываем. Вчера я была слушателем одного прямого эфира, который был организован Всемирной организацией Down Syndrome, там, где модератор был человек с синдромом Дауна. И все спикеры были люди с синдромом Дауна из разных стран, которые представляли, как они живут, чем они занимаются, какие у них проблемы. И было очень интересно, особенно это было связано с тем, что из-за ковид у нас, из-за карантина, люди с синдромом Дауна нуждаются в общении, социализация связана с тем, что они должны быть среди людей. И это, конечно же, привело к некоторым сложностям дальнейшего обучения, поддержки знаний. Но зато они приобретают навыки владения техникой. Да, вот насколько возможно онлайн-работа, например, там, удаленная работа. Ну так мы и работаем. Вот моя дочь, актриса театра «Незабудки», это такое счастье для многих родителей в Днепре, что вот... Это увлечение пока или это уже профессия? Ну, вы знаете, это... Ну, вот давайте возьмем родителей обычных детей. Ну, каждый родитель хочет, чтобы ребенок не только был зашорен только нуждами школьного образования. Да. А еще там вот какие-то творческие. Творческие там. Элементы. Кто-то любит музыку, кто-то живопись, кто-то идет в спорт, танцы. Тут то же самое. Поэтому одни дети любят рисовать, они ходят на живопись, кто-то танцевать, кто-то любит актерскую деятельность. Они такие вот хорошо еще подражатели. Они за счет того, что, допустим, чего не хватает, Бог пополняет другим, так скажем, да? Поэтому они очень ловят мимику, они быстро считывают. Это достаточно хитрые люди, поэтому... А вас вот копирует, вас повторяет ваша дочь? Вы замечаете? Она просто уже понимает. Ну, наверное, лет с 10, кому, например, лучше прийти и попросить печенька. Любит покушать моя дочь.
Когда, если что-то надо делать с уроками, она понимает, что на мои глаза лучше не попадаться, потому что я вспомню, сделала ты уроки или нет. Ну, то есть это такие вещи, ну, то она как все типичные, в принципе. Поэтому, в принципе, период и... Ну, уже 17 лет, и точно так же, как и у родителей обычных детей, сейчас нас волнует их взаимоотношения между собой, то есть они влюбляются, они хотят быть в паре, они видят, как их старшие братья, сестры, другие люди создают пару, живут отдельно. Вот, поэтому у нас вот, уже как бы и эти вопросы волнует. Поднимают, как и других родителей. Поэтому уже думаю, где они будут работать, где они, ну, перед тем, как работать, где они должны приобрести профессиональные навыки. Вы сказали, что вот большая проблема с этим сейчас. Что с этим возможно делать? И, например, в какой помощи нуждаетесь вы, чтобы вот этот вопрос о профориентации, мы тоже могли сказать, что он в прогрессе на сегодня. Не, что не для этого нужно? Вот, чтобы мы могли сказать, да? Ну, если вернуться лет 7 назад, допустим, 7-10 лет, когда приезжали представители с организации, ЮНИСЕФ, то есть организации, которые защищают права ребенка, в том числе людей с инвалидностью, и когда они привозили свой опыт, что украинцы, давайте внедряйте инклюзию, вот наши дети, они ходят в обычные школы, то есть спецсадики, спецшколы, потом в будущем это дома для инвалидов, это все время сегрегация, закрытие. Наши учителя, воспитатели, представители системы образования по всей Украине говорили, это невозможно. У нас самое лучшее образование, у нас спецшколы, которые обеспечены всеми безопасными условиями и методиками, которые подобраны. Вы хотите это разрушить? Потому что в школах обычных учитель не будет знать, что делать. И они были правы. Потому что очень было сложно, и порой родителям надо было брать на себя многое. И, но зато социализация, включение этого ребенка в общество обычных детей повлияло тем, что ребенок быстрее привыкал к правилам общества большинства. И поэтому, в принципе, нету вот той либо забитости, то ли непонимания, как вести себя в обществе. Но сейчас таких детей нету. Они очень открыты, общительны. Поэтому, конечно, когда мы узнаем, что такой прекрасный умный парень, 20 лет, и он, оказывается, не учился в школе, потому что у мамы были как бы с этим проблемы, то, конечно же, вот жалко, что вот ребенок не был включен раньше, но там поклон той семье, то есть, допустим, потому что очень талантливые ребята, девчонки, поэтому... А чтобы поломать... В Днепре у нас, я же говорю, два училища. Два училища каких? И что при общении, лично при общении с представителями этих двух училищ, я услышала тот же страх, как брать детей с умеренной умственной отсталостью, как с ними работать. То же самое, как были страхи в детский сад школы. И школы. И сейчас, ну, сколько мы общаемся уже, когда наши дети подросли, мы с этими учителями, я до сих пор дружусь, поэтому с логопедами, дефектологами, то есть уже такого нету страха. А вот среди преподавателей среднего профобучения, то есть профессионального обучения, я так поняла, есть нюансы. Ну, будем в чем причина? Общаться. Недостаток информации? Но не дошло еще да, до этой до ступеньки? Них не стал, до них еще не стучались родители, которые бы хотели бы получать еще более широкий выбор в профессии. Какие профессии там возможно получить в этих двух училищах, о которых вы сказали? Кветникарь и потом декоратор витрин. Это в одном училище. Ну, очень ведь это творческие, ну, классные такие профессии на сегодня. Да. И, возможно, они актуальны, мне так кажется. Ну да, может быть. Ну, например, а в другом училище маляр. Ну, у всех свои, как бы свое видение родителей. Знаете, когда говоришь, ну вот слава богу, хоть такое есть. Это как нам говорят, ну слава богу, что у нас есть две спецшколы. Там 3-4, да? Да. Есть же куда, водите туда. Мы хотим больше. Мы хотим больше, да. Чего бы хотели вы? Ну, если вы помните Лизу Бабич, Халявченко, она же прекрасно играла на фортепиано, музыкант.
Поэтому, например, вот будут подрастать, да, вот а музыкальное училище нету, чтобы было такое. То есть это нужно сопровождать, это нужно, ну, вот то же самое, как ассистент-учитель в школе. Это детям сложно, например, они не будут пользоваться общественным транспортом. Моя сядет и уедет, и я ее не найду. Это только родителям нужно сопровождать или кому-то из старших поэтому, людей? Да, но зато, привозя и увозя, да, она сама в школу не ездит. Она на репетиции сама не ездит, на танцы нет. С живописью мы привозим, увозим. Угу. Но, конечно, в 17 лет девочка могла бы сама ездить, да? Ну, сейчас из-за карантина, наверное, все родители так делают по возможности. Да, да. Но здесь уже пожизненное сопровождение. Но у человека разностороннее развитие и возможности не сидеть дома. Что сейчас должно произойти? Вот если слышат нас сейчас, я не знаю, в рамках города, городской власти, да, чтобы услышали в большем количестве заведений вас? Или это только самим и пробивать, и говорить, и вот объединяться, как вы уже сказали? У нас сейчас так вот выстрелило, это то, что у нас появился инклюзивный театр «Незабудки». И мы там все как бы сконцентрированы, наверное, в большей мере. Не все, конечно, люди, подростки и молодежь с синдромом Дауна прям вот в этом театре. Нет. Это там, где есть возможность у родителя, там, да, где да. родители видят желание ребенка этим заниматься. Поэтому, конечно же, сколько еще таких людей, которые сидят дома. Мы закончили школу, и все. И все. Что после школы? Вот у нас появился театр, поэтому для многих родителей это, ну, свет в конце туннеля. Вот. Поэтому, ну, тут, конечно, вот опять-таки проблема, там нету помещения. Вторая проблема – это так, чтобы, да, может быть, все-таки сейчас из года в год будет все больше и больше выпускаться со школы людей с синдромом Дауна, заканчивать школу, и они будут более развиты, родители будут более информационно подготовлены, уже более уверены в том, что их ребенок может так, так, так. Угу. И, конечно же, наверное, это когда больше родителей начнут стучаться в дверь. Опять сами. Да. Вот, к сожалению. Да, ну, я же изначально говорила, нужно создать какую-то схему, структуру, которая работает, чтобы это было не на бумажке, а уже работающее. Мы над этим как бы думаем. Я вас приглашаю, если у вас будут какие-то идеи, которые нужно озвучить, донести, попросить, чтобы вас услышали, приходите к нам. Обязательно. Я надеюсь, что вот все-таки прогресс в этом вопросе будет. Мне кажется, что он будет. Вот есть уже движение, я вам желаю, чтобы он был, и вы это почувствовали. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я ще раз дякую нашій гості за спілкування. Венера Шевченко, експертка з медичних питань об'єднання «Даун-синдром». Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.